И снова здравствуйте, мои дорогие зрители. Снова некоторое количество посылок появилось. Подозреваю, некоторые посылки придут к тому, что откроются новые разделы на моем канале, которые будут там, ну, определенной направленности. А помимо прочего, да, посмотрел на момент создания этого видео, у меня уже 544 подписчика. Я подозреваю, скоро нам, в точности мне, придется отмечать 1000. Нужно будет придумать какой-нибудь подарок. Возможно, голосовалку какую-то перекручу. Не забываем, да, заходим на группу ВКонтакте. Там сейчас есть небольшой розыгрыш, очень легкие условия, да, там подписаться, сделать репост, и очень скоро будет кому-то отдан, да, ну, достаточно ценный подарок. Заходите, смотрите, участвуйте, выкладывайте свои фото, может быть, вы что-то получали интересное с Али, если вы это выложите, опять же, будут там некоторые розыгрыши среди тех, кто поделился своим отзывом. Так, ну, начнем мы с чего? Начнем мы с вот этого вот пакетика. Давайте пошуршим. Итак, ребят, в этом пакетике находится, ну, кстати, недешевое удовольствие, достаточно они дорогие, там 100 с чем-то, по-моему, даже рублей стоят. Ну, вот такие вот универсальные стельки. Ну, запаха никакого такого вот ужасного я не чувствую, да, стелька. Ну, видите, да, можно ее обрезать под нужный размер, там от 40 по 46. А вот эта часть, она из чего-то такого а-ля пластика. А здесь мягенько, да, можно нажимать под пятку. Ну и сама по себе сеточкой. Надо пробовать, насколько она будет удобна в какой-то конкретной обуви, не скажу. По внешнему виду очень интересно. У меня в обуви, у меня туфли Rockspud, как их правильно назвать, к сожалению, не знаю. Вот у них стелька накрылась, а отдельно стельки они не продают. Хотя вот это, наверное, больше спортивные стельки. Будем пробовать, что они из себя представляют. Значит, вот это у нас пойдет в раздел «Реплика». Не совсем понимаю я сейчас, что мне делать с этой посылкой, потому что, насколько помню, все это дело было заявлено в коробке. Явно здесь внутри коробки нету. Давайте посмотрим, что вообще есть. Ну, ребят, смотрите, да, то есть здесь что-то очень похоже на там реально существующий чек. Тут вместо подписи, правда, голограммка. Значит, здесь написано о том, что в Гонконге. Ну, то ли он свой прикладывает, да, а-ля это настоящий, чтобы я там не смог пожаловаться, что он реплику продает. Да, то ли это вот он для меня его нарисовал, не знаю, да, для чего это сделано, то ли для того, чтобы я причесывал остальным о том, что это вот настоящий. Не суть. Значит, как он обещал, да, есть носочки. Вполне симпатичные носочки, только вот единственное, банально, не знаю, какого они размера. Давайте померю на свою ногу. Вы знаете, несмотря на то, что они маленькими кажутся, да, на мой 46 размер они вполне налезли. Давайте посмотрим, что представляют из себя сами кроссовки. Ну, смотрите, что-то здесь такое висит. Абсолютно, наверное, ненужное. Значит, да. Видно, нет. Сделано во Вьетнаме. А причем Мэл. По идее, Мэл фэмэл должно быть. А мужские и женские. А здесь Мэл. Не знаю, ошибка это или нет. А не вижу я точно так же даты, когда это произведено. По идее, Адидасы делают дату. Ну, давайте посмотрим, что из себя представляет стелька. Ну, смотрите, стелька достаточно хорошо сделана. На ней написано Adidas, Easy. То есть, по идее, все как полагается. Я не знаю, к сожалению, как это должно выглядеть внутри. А он прям вот оригинальных, да, здесь, ну, достаточно хорошо все это дело внутри выглядит. Ну, гораздо лучше, чем
это было, ну, на откровенных подделках, да, значит, снизу, видите, все как и полагается, то есть, у нас бусты белого цвета, здесь надпись «Буст» есть, на бустах, на этих, да, есть вот эти вот многоточечники, видно вам их? То есть, вот они присутствуют, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 их присутствует. Вот здесь, в этой, видите, вот что-то такое непонятное, то ли, ну, какие-то кружочки с полосками, должно это быть или нет, я не знаю, поэтому я вот вам просто показываю. Значит, здесь мы видим, не знаю, насколько сходится по размеру, не больше ли это должно было быть, но вот тут так достаточно хорошо выдавлено, сделано, да, то есть вот зелененькое на черном фоне, да, с этой стороны Adidas Original значочек. Не знаю, как на настоящих это должно быть, но вот подошва мнется, гнется, очень приятная. Не знаю, что-то вроде как надо обращать внимание на то, сколько вот здесь их там сделано. Ну, можете посчитать. Мне, в принципе, это абсолютно не важно. Вот стежки, да? Видно вам стежки? Вот так стежки сделаны. Мне абсолютно не важно, потому что они мне были нужны для чего. Они мне просто банально нравятся. Вот эти сделаны прям очень хорошо. По размеру они мне великолепно подходят. Я очень доволен. 46-й, как я заказывал. 46-м он и пришел. Значит, носки, видите, как выглядят? Да, для тех, кто разбирается в обуви, вот носки выглядят вот так. Насколько это сходится, не сходится. Ну, ребят, скажу честно, я очень доволен. Единственное, чем я недоволен, это тем, что заканчивается лето. В целом, кроссовки прям вот очень даже. То есть, вот клей торчит, не торчит. Видите, да, все хорошо. Да, все хорошо. По цене, да, они стоили порядка 2500. Продавец их шифровал, называл куклами. А, значит, соответственно, ссылка, да, после того, как я купил, исчезла. В принципе, они что делают? Они на фотографиях там размещают свой WhatsApp номер для того, чтобы покупатели с ними связывались по WhatsApp, наверное, оплачивали другими способами. Ну, AliExpress, например, он, по идее, должен их заблокировать, потому что не оригинальные, они, по идее, должен заблокировать. Насколько понимаю, могут они прислать с красивой коробкой, такая коричневая коробка, все как полагается, возможно, за это денег каких-то возьмут. Не знаю. Не знаю, как это будет выглядеть. Не знаю, буду ли я с ним спорить относительно того, что коробки нету. Пока не решил. В целом, кроссовки нравятся. Если вы не можете найти кроссовки такого хорошего качества, а на Али их сложно найти, ну, вы можете написать мне в личку, и я попробую вам быстренько найти актуальную ссылку. Да, потому что ссылки, ну, очень часто меняются. Вот я ее выложу, но она будет не актуальна. А, опять же, ребят, если вы видите на моем канале не актуальную ссылку, напишите, посмотрю, положу правильную. Ну, часто ссылки становятся мертвыми, ну, такое бывает. Так, ну, кроссовочки прям вот убираем. Очень-очень они мне понравились. Возвращаем обратно. Маленькие упаковочки. Вернули обратно. Вернули обратно. И давайте мы начнем вот с такой упаковки. Вот они взяли и на какой-то ляд присобачили к бестрековой посылке. Они взяли, добавили номер, и пришлось ее не в почтовом ящике забирать, а на почте. Ну, я подозреваю, эта посылка, она сможет открыть новый раздел. Новый раздел будет называться «Еда». Вот, достаточно много еды можно купить на китайских сайтах. Что она из себя представляет? Всегда сюрприз. Поэтому я буду на себе пробовать. Причем пробую я это с некоторой опаской, конечно. Но, с другой стороны, вот когда были в Таиланде с
супругу прям аж подташнивало, а я ел с удовольствием. То есть, вот что она из себя представляет. Сейчас попробую навестись, видно. По запаху курицу напоминает. Знаете, чуть-чуть, совсем чуть-чуть остренько. Совсем чуть-чуть остренько. Больше в кисловатый вкус отдает. К пиву самое то. Стоит, насколько помню, не очень дорого. Насколько мой желудок это выдержит, мы узнаем попозже. Ну, вы знаете, вот к пиву сейчас очень сложно что-то купить такое вот симпатичное. Сухарики совершенно уже не те. Да? Рыбка какая-то, ну, тоже не то. Вот эта вот штукенция, наверное, к пивку будет очень даже. Да, как вот она немножко жирненькая в масле. Почему бы нет? Если вот вы любите какие-то такие вот непонятные вкусы, да, ну, я рекомендую, попробуйте. Вполне возможно, вы этой штукенцией загоритесь. Будете ее регулярно заказывать. Я не вспомню, что это такое. Из чего это сделано, я не вспомню тоже. Ну, мне это вполне нравится. Ссылка в описании видео будет. Зайдите, закажите, попробуйте. Если у вас неизвестные продукты вызывают рвотный рефлекс, ну, лучше этого, конечно, не делать. Ну, тут будет, наверное, у нас все-таки первое видео в разделе «Еда из Китая». Я знаю, что я туда закажу еще. Будет весело. Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, вопросы. Буду ждать. Так, пойдем дальше. Ну что ж, продолжим. Не знаю, что означает эта наклейка, зачем она нужна. Наверное, она не нужна. А, значит, кабелечек микро-USB-шный для подзарядки и, собственно говоря, сама мышка. Вот. Азор. Ну, смотрите, можно ее включить. И третье положение у нее... Вот, судя по вот этому, видно вам, есть выключен, включен и свет, подсветка. А так подсвечено. Вы знаете, очень практически бесшумно нажимаются клавиши мышки. Так, давайте. Ну, достаточно удобная на самом деле мышка. При этом она довольно-таки дорогая, насколько помню. Что-то там 1500, что ли, она стоила. Насколько она хороша, я думаю, вы сможете потом посмотреть в отчете в группе ВКонтакте. Из того, что вот... Да нет, ребят, ну... Как вам объяснить? Ну, не должно так быть. То есть, вот этот вот переключатель, не знаю, вот он, хотя вроде нет, вот не совсем понимаю. Вот есть такое подозрение, что он находится не заподлицо с выступающими вот этими, да, а прям вот торчит. А может быть и не торчит. Затрудняюсь сказать. Мышку все-таки надо тестить, да, при всем при этом надо понимать, что я не геймер, я в игры не играю, то есть я ее потестю, ну, как ламер, не ламер, как угодно назовите, как это сейчас называется, не знаю. А также я не знаю, есть ли смысл открывать раздел отдельный под компьютерную периферию. Может быть, я открою, пока вот, ну, не скажу. Кстати, вот тот самый коврик, если вы его помните, он разгладился, он очень приятный. Он очень мне нравится, на него, наверное, тоже ссылку положу. Единственное, вот, если вы не помните, он приходит сложенный в 4 раза, какое-то время на разглаживание уходит. Значит, по мышке ответ в
комментариях ВКонтакте напишу. Смотрите, подписывайтесь. Так, ребят, ну, достаточно простая штукенция. Наверное, она откроет раздел для авто. Пока вот не совсем я уверен, но такое подозрение есть. То есть, что это у нас такое? Значит, мы цепляем все это дело на козырек автомобильный солнцезащитный. И после того, как мы прицепили, вот это вот, видите, у нас поднимающаяся часть, а здесь что-то такое мягенькое. А для чего это нужно? Сюда вставляются очки солнцезащитные, и вот так вот они на козырьке изнутри подвешены. Ну, в принципе, у меня в автомобиле есть специальный отсек для очков, но очков там очень много, вечно он забитый. Ну, вот эта вот копеечная штука может быть вполне удобна. Ребята, скажу честно, не знаю, то ли вот я дойду до машины, сфотографирую, как это выглядит с очками, может быть, даже засниму, добавлю видео, и вы сейчас увидите эту картинку, может быть, этого не будет. Ну, как бы, стоит абсолютно земных денег, приблуда, ну, достаточно полезная. Такая маленькая симпатичная штукенция. Очень классно выглядит розничная упаковка, да, ее реально можно назвать розничной упаковкой, то есть очень симпатично выглядит. И, видите, они хитро это называют Vehicle Mounted Bottle Open, да, то есть они сразу это называют открывашка для бутылок. А как это используется? Это вставляется как заглушка, как ремень безопасности в автомобиль. Вот только вот я не совсем понимаю, видно вам, нет? Грязненькая она как-то, по-моему, немножко в районе металла. Ну, не критично. А вставляется вместо ремня безопасности, и потом вынимаете и используете как открывашку для бутылок. То есть, вот если вы не умеете открывать зажигалку, либо у вас нет зажигалки, вы всегда можете воткнуть такую заглушку. Ну, там, в задний, например, сзади у вас никто не ездит, место для ремня безопасности есть, воткнули, всегда сможете открывать бутылки. Ездить с такой штукой вместо ремня безопасности, ну, категорически запрещается правилами безопасности. Ну, вот обзор сделал, да, ссылка будет. Ну, нужна вам такая открывашка для бутылок, да, заказывайте. Пойдет это, наверное, тоже в раздел для автомобилей. Так, ребят, ну, достаточно простая штукенция, которая стоит очень недорого. Да, из себя представляет, что вот такая вот коробочка на молнии. Открываем и сюда умещаем наушники. То есть, это коробочка для наушников. Вот, коробочка для наушников. Вот это вот под фальшкожу. Какой-то молодой дермантин, видимо, был убит для того, чтобы сделать. Вот. В целом, вы знаете, качество вполне приемлемая. Цвета, насколько помню, есть разные. Вещь прикольная, полезная. Вот, кстати, вот я подозреваю, нужно мне сделать какую-то коробку и в эту коробку класть вещи, которые будут идти в подарок подписчикам, там, не знаю, там, за то, что там палец кверху поставили, лайк там или еще что-нибудь. Вот, не знаю, надо как-то это продумать. Вот такую вот вещь, почему бы нет, туда не запустить. Последний на сегодня пакетик. Ой, поудобнее я присяду. Вы знаете, когда говорят Китай, да, подразумевается там что-то такое ужасное, плохое по качеству зачастую. Но есть некоторые бренды, а их достаточно много разных, которые очень, очень хорошие. А в нашем случае мы распаковываем Нилкин. Ребят, ну потрясающе. Просто потрясающе. Они положили защитную пленку Нилкин на телефон. Она, видимо, идет по умолчанию в подарок. Защитная пленка.
Значит, упаковочка розничная, очень симпатичная, очень хорошая. А внутри находится вот такой вот бампер. А бампер по тактильным ощущениям, ну, какой-то такой, знаете, матовый пластик. Давайте возьмем телефон, к которому он подходит. Руки-крюки. Lenovo VibeShot. Да? И наденем его. Что мы получим? Все кнопочки очень удобно достаются. Здесь, смотрите. То есть, если он будет падать, ну, в первую очередь, он будет падать на ребра. То есть, в этом отношении очень хорошо. Относительно, ну, вы знаете, вот есть Lenovo VibeShot красного цвета, который стоит дороже, чем серый, либо белый, ну, там, где-то на там, 1000 с чем-то рублей. Вот если взять белый, который вроде не столь интересен, не столь симпатичен, и надеть его вот в такой чехол, ну, ребят, вы можете понять, какого цвета телефон здесь, да, только вот здесь немножко беленького торчит. А так это, ну, вот абсолютно не видно в этом отношении. Слышите, да, звук? Вот я вот не совсем могу понять, что за материал. Он такой. Давайте попробуем. Видите, он немножко ребристый. Немножко ребристый пластик. Материал очень хороший. Стоит, да, Nilkin, ребят, стоит всегда достаточно дорого. Ну, в нашем случае к нему идет еще защитная пленка хорошего качества. Nilkin, ну, вот. Я даже не знаю, то ли разместить это видео в раздел Nilkin, да, потому что есть на Asus Nilkin, у меня идут очень-очень, они мне нравятся. Вот, то ли это разместить и там, не знаю, как размещать. Мое резюме, цвета есть разные, насколько помню, красный, белый, черный, может быть, там какой-то еще. Выглядит после этого телефон вот так. Качество очень хорошее, покупки рекомендую. А за сим, я думаю, это видео закончено. Если понравилось, палец кверху. Что-то не понравилось, напишите комментарий, я постараюсь это дело исправить, будет симпатичней. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Если есть желание, размещайте свои обзоры. Да, не обзоры, а отзывы. То есть, вы что-то получили, вам понравилось, ребят. Сфотографировали, написали, приложили ссылочку, предложили новость. Я это посмотрел. Интересно, добавил. В дальнейшем какие-то подарки еще будут за это. Подписчиков уже 544, ждем 1000, будет какой-то розыгрыш. Все розыгрыши, скорее всего, опять же будут в группе ВКонтакте, поэтому, ну, вступайте обязательно. Ну и до скорых встреч. Всем всего, в точности, удачных покупок, быстрой доставки. Это все, что связано с покупками. Ну и в жизни того, что хотите сами. До скорых встреч.